Наконец-то наступила зима, стало холодно, и в гостях у нас зимний человек, человек-хоккей, принес он нам зимние подарки, я так понимаю. Да, это вот вам шайба. Какая крутая. Американская. Кирилл, ты был в Америке? Никогда. А шайба это была? В Нью-Йорке, в городе моей мечты. Так. Это вот от ХК «Саров». Инвеста. Клюшка вам в музей. Круто. Отлично. С наилучшими пожеланиями. И с ценником. 11.2018. Нет, это не ценник, это просто... Штрих-код. Штрих-код, да. И все расписались. Ну, кто на тренировке был, вот как бы... Как здорово. Займет почетное место в нашем музее. Большая часть. Это из Америки. Обалдеть. Пожарный департамент, а это легенда СССР. Здорово, спасибо. Обалдеть. Огромное. Какие крутые подарки. Держи. Но несмотря на это, все равно мы тебя испытаем. Ну вот, ну, программа. Держи, и программа. Держи, снова тебе возвращаем. На какой позиции играешь? Нападающий. Нападающий. Итак, блин, я прям попал как надо. Итак, ну ты же знаешь, что есть, да, в НХЛ есть такие там, когда крутят финты и забивают. Вот давай сейчас попробуем сымитировать... Вот от стола надо будет разойтись, хоп-хоп-хоп, и как будто забить. Ничего себе, ну давайте попробуем. Прям вот, да. Шайба американская. Американская шайба. Главное, никого не покалечить. Американская шайба. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну-ну-ну. Гол! Так. Ох ты ж. Оп. Да ладно. Вот так вот, видел, Кирилл? Во! Да! Все, круто! Ух, офигенско, круто! А пойдем писать программу. Кайф. Все, пошли писаться. Ультиматум Медведева, недостроенная детская площадка и новый сезон в областном хоккее. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин. И Лидия Шулаева. Подключаемся. Ты как человек, который много времени проводит за рулем, наверное, должен быть очень счастлив ультиматуму нашего, да, премьера. Да, для тех, кто не знает, да, расскажем, что на несколько дней назад премьер Медведев обратился к нефтяникам нашей страны. В очень жесткой форме, да, он обратился, с ультиматумом. Да, с ультиматумом обратился, сказал: ребята, либо вы останавливаете рост цен на бензин внутри страны, либо мы вводим квоты на продажу этой самой нефти за рубеж. После чего нефтяники одумались, быстренько тормознули нефть. А кое-где, даже в нашем городе, цены скакнули вниз. Вот прям скакнули вниз. А, ну, как тебе сказать, скакнули? То есть они поднялись за неделю на рубль, а потом на 40 копеек упали. Ну, мелочи все равно приятно. Мелочи приятно, особенно, знаешь, такой, в эмоционально-моральном смысле очень приятно. Ты такой едешь, вот эта цена. На следующий день едешь, о, вот эта цена. Ну, на самом деле, это же ход очень многих магазинов масс-маркета, да. Мы сегодня поднимем цену, чтобы на процентов на 70, чтобы завтра уронить на 50. И ты счастлив, счастлив этим скидочкам. Ну, честно, я вот как человек, который живет в стране всю свою жизнь и выезжал, наверное, из нее один раз, мне непонятно, как в стране, в которой гигантские запасы нефти, гигантские, просто огромное количество заводов нефтепереработающих, такие большие цены на бензин. Что они с ним делают, люди, которые его производят? За почему он такой дорогой? Ну, на самом деле, если мы сравним с тем, сколько стоит бензин в Европе, то у нас вообще еще норм он стоит. Ну, там и как бы и зарплаты немножко чуть-чуть повыше, чем у нас. Ну опять чуть-чуть. Ты всем недоволен, Кирилл. Ну, ты постоянно, ну, чем-то недоволен. Да, что ты за человек-то, да, такой? Я тебе уверяю, что 90% автолюбителей, которые сейчас смотрят нашу программу, говорят, вот они сейчас кивают тебе, говорят, да, ты прав. Почему так все? Ты знаешь, Кирилл, я нашла отличный способ экономить на бензине. Расскажи мне о нем. Я хожу пешком. Ну и к тому же тебе будет не вредно. Подкачаешь ножки. На этой работе меня все называют жирным. Вы понимаете, что происходит? Потому что мы за правду. Мы всегда говорим правду. Да. Ну, вообще, как пообещали жителям нашей страны, что цены на бензин, они не будут расти до марта. Вот это соглашение. Без учета вот этой вот наценки, да, инфляционной. То есть с нового года они поднимутся на процент инфляции. Это сколько там? Процент 4, наверное, сколько? 6 у нас инфляции. Но не выше. Не выше. И это при том, при всем, что нефть растет в цене? Да. Растет нефть, растет бензин. Все логично.
С вами с пешеходами невозможно разговаривать. Кстати, именно рост цен на ГСМ называют одной из причин роста тарифов и на проезд. Такие вот эта многострадальная история с ростом цен на проезд в автобусах mm-hmm. Горавтотранс, она завершилась тем, что установили все-таки тариф 22 за 22 билетик рубля. И 20 в случае с безналичным расчетом. Мы уже с тобой говорили на эту тему странной дифференциации, почему те, кто платит безналично, платят дешевле. Меньше. Это такая очень странная система. Но почему-то автор вот этого проекта, администрация города, считает, что более низкая цена на безналичный расчет привлечет пассажиров. Они будут больше ездить, стало быть, больше тратить, стало быть, доходы Горавтотранса вырастут. По мне, это какая-то сомнительная логика. Ну, посмотрим, может быть, она сработает. Едешь ты вчетвером куда-нибудь. Вчетвером. Mm-hmm. Ты заказываешь такси, ну и практически, сейчас с оговоркой, практически в любую точку города ты вчетвером можешь с комфортом доехать на машине. Блин, Кирилл, если вчетвером с тобой, то не совсем с комфортом получается. Просто... Нет, давай все-таки быть честными с собой. Я в первую очередь. На передней сиденье сажусь, со мной все равно никто рядом не садится. Еще одна многострадальная история последних месяцев – это детская площадка в парке Зернова. А что, кстати, там давно не было. Что там вообще происходит? А сейчас? Я тут гуляла недавно, да. И там какие-то две такие странные конструкции, деревянные фиг пирамиды, вам? Уходящие вверх, да. Ну, это, наверное, какой-нибудь арт-объект. Задумка очень прикольная. Там какие-то ползательные, лазательные конструкции будут, по которым детки могут передвигаться и играть. Да, картинки. И картинки, знаешь, какую у меня эмоции вызвали? Уж прости, что я тебя перебиваю. Я как родитель маленького ребенка не понимаю, как я за своим маленьким ребенком, который туда залезет вовнутрь и будет там внутри лазить, буду следить. Чтобы он там не куда-нибудь нога не попал, еще что-нибудь. На самом деле, проект вот этот 20-миллионный, он очень интересный. В нем три зоны для разных детей разного возраста. Там есть зона для малышей, есть зона для детей постарше и для подростков. И даже зона для отдыха родителей. На картинках все очень-очень круто. Пивная, что ли? Кирилл, как тебе не стыдно? Бдышечные. Бдышечные? Бдышечные. Что такое бдышечные? Бдышечные. Бдышечные. Господи, опять ты какой-то ерунде людей учишь, вот честное слово. Для родителей скамеечки, чтобы они сидели, книжки читали и за детьми наблюдали. Никакой бдышечной. В общем, все хорошо. Деньги полученные, деньги региональные в рамках программы формирования комфортной городской среды. Все замечательно. Вот вам денежки, вот вам парк. Благоустраивайте. Красивые эскизы. Всем нравится. Приезжает депутат Государственной Думы еще в июле Денис Москвин. И он спрашивает, друзья мои, сроки-то поджимают. Хотелось бы в сентябре площадочку-то видеть, чтобы еще по теплу деточки-то ее заценить успели. На что представители администрации им отвечают, да вообще не вопрос, Денис Павлович. В сентябре сделаем. Сделаем к сентябрю. Вот я даже предлагаю прерваться и сейчас посмотрим вот это видео. Оно прямо очень такое. Совершенно справедливо сказали, что в марте месяце у вас, по-моему, порядка 15 тысяч жителей Сарова проголосовали за этот объект. И мы их подвести не имеем права. Да, это факт. Да, поэтому вы исходите из того, что кровь из носа, но к концу сентября вот все то, что у вас эскизно здесь нарисовано, должно в реальности находиться здесь в парке. Видео говорит за себя, прямо в грудь себя ногой бьют и говорят, да вообще не вопрос, не можем подвести людей, не можем подвести вас, Денис Павлович. Будет площадка в сентябре, вот будет. Ноябрь. Шел ноябрь. В сентябре сдавали площадку. Две пирамидки грустные стоят. А работы вообще не ведутся? Нет, работы ведутся. Как объяснили на заседании комитетов представители администрации, проблема была в поиске подрядчика. Угу. Фишечка-то была в чем? Когда объявили тендер на благоустройство этой площадки, одним из условий было, что работы будут без аванса. Ну, то есть сначала все сделайте, ребята, а потом вам 100% сразу платят. Да, потом мы по факту вам деньги будем платить. Но работа подразумевает закупку и установку МАФов. Угу. И получается, что на счету организации должно было быть порядка 10 миллионов рублей, чтобы эти МАФы закупить и начать работать. Естественно,
очень многие подрядчики, они просто не попадали в этот контракт, просто вот не имея вот таких проблема. Оборотных средств. А почему такая? Нет информации, почему именно такой подход решили сделать в администрации? Информация не моя, но по некоторым, да, ну, по мнению некоторых товарищей, контракт был прописан под конкретную компанию. Ах, вон оно что. И вот таким пунктом он как будто бы отсекал возможных претендентов на исполнение этого контракта. И такие... Зашла эта организация? Отгадай, кто у нас подрядчик. Да я... Господи, мне три варианта. Да, мне кажется, мы уже можем опрос в городе сделать, кто делает нам объект в Сарове. Ну-ка, давай. Наверное, это та же самая контора, которая делала нам мост. И называется она? Магистраль. Магистраль, да. Ну, магистраль подрядчик. Она наняла субподрядчика некую городскую организацию. И вот, в общем-то, эта городская организация сейчас строит эту площадку. Вот это одна из основных причин, почему полетели сроки. Потом были сложности, как объяснил Михаил Кашпаев, сложности с закупкой МАФов, потому что такой период, видимо, когда все... По всей стране строили детские площадки, и МАФов просто на всех не хватало. Кстати, дефицит надо... МАФов был, да, понимаешь? Мне кажется, надо еще пояснить, кто такой Михаил Кашпаев, потому что... Это наш главный архитектор. Ну, кто не знает Михаила Кашпаева? Михаила Кашпаева вот знают он. Все. Да, вот, это Михаил. В общем, сейчас он уверяет, что МАФы все закуплены, дело за малым. Поставить. Эти МАФы нужно поставить, и наши детки в зиму в снежок пойдут играть на детской площадке. Ну, чудно же. Ну, наверное, они сходят из мысли, что детки зиму и так покатаются где-нибудь на ледяночках, а уж весной с новыми силами придут и поиграют. Я думаю, Кирилл, они исходят из мысли, что снег работе не помеха. И ты же знаешь эту замечательную уральскую историю? Когда уральские спасатели, несмотря на выпавший снег, взяли бензокосы и пошли косить траву поверх этого снега. Я сразу вспоминаю старую-старую шутку команды КВН «Пятигорск», где они говорят: пойдемте на покос. Они говорят: какой покос, зима на дворе? Так снег косить будем. И все-таки главное событие, Кирилл, прошлой недели, как ты думаешь, какое? Я уже даже боюсь предположить. 100 лет комсомолу. Ах, вот оно что. Я никогда не был комсомолом. И я никогда не была комсомольцем. Я даже пионером никогда не была. Ну, союз распался, Боже. Представляешь? И так много людей в нашей стране, которые не были ни комсомольцами, ни пионерами, ни октябрятами. Да и самой организации-то уже нет. Я много тебе скажу лет. Больше, один из наших операторов, который частенько снимает нашу программу, сказал, что их класс разделили на две половины. Одна пошла в комсомол, а вторую не взяли. Когда его спрашивают, в какой он был половине, он говорит: угадайте. Его не взяли. Конечно, его не взяли, Костя. И поэтому он пошел работать на телевидении. Да, я от звонка до звонка уж 38 лет или сколько, 49, он работает на телевидении. 53, что он. 53. Так широко 100 лет комсомолу, мне кажется, не отмечали ни в одном городе страны. А здесь, в Сарове, так все было феерично. Такое ощущение, что комсомол здесь, в Сарове, зародился. Я не был на этом чудесном мероприятии 100 лет комсомолу. Говорят, что целый поезд комсомольского актива тех лет привезли специально на поезде, да, в Саров. Да, да, все это было красиво, стилизовано. Да, актив, который был в закрытых городах, вот самая суть в чем. И всех их привезли на экскурсию по городу, естественно, и повезли в Дом ученых. А в Доме ученых все сделали настолько, ну, настолько там стилистики советских времен, да, все было. Поставили, ты представляешь, даже поставили такие вот, помнишь, такие конусы с напитками. Ну. Вот, такие конусы стояли, и рядом с ними было... Вах, как, вах, какая буфетчица! Какая буфетчица? Вот такая вот, друзья! Всем буфетчицам буфетчица! Я, кстати, о ней наслышана. На следующий день после мероприятия была в администрации, и просто каждый второй толкал друг друга под локоть, измущен: слушай, а ты видел вчера буфетчицу? В нашей стране не принято праздновать Хэллоуин, но это ничуть не мешает нам наслаждаться оригинальными костюмами тех, кто со всей ответственностью подошел ко Дню всех святых. Работник почты в США пришел на работу в костюме ленивца из Зверополиса, а участник международной исследовательской группы выложил фото с МКС, на котором запечатлены космонавты в образах Дарта Вейдера и Элвиса Пресли. Как сообщает канал 360 ТВ, хабаровским чиновникам запретили покупать яхты, самолеты, квартиры и автомобили за счет краевого бюджета. Всего перечень ограничений, подписанный губернатором Сергеем Фургалом, насчитывает 23 пункта. Не знаю, как у вас, а у меня сразу возникает вопрос. А что, раньше можно было? Также без согласования с бюджета нельзя будет оплачивать питание чиновников, социсследования, участие в выставках, семинарах и форумах. С помощью таких мер
Фургал намерен сократить госдолг края, который на начало октября составлял порядка 50 миллиардов рублей. Классическая история произошла в Астраханской области, пишет Лентач. Житель села Разбугорье Денияр Кушагалиев отправил письмо в областное управление по капитальному строительству с просьбой отремонтировать дорогу и оповестить жителей, если будет собрание. В противном случае жители пообещали написать письмо президенту. На что Денияр получил вот такой прекрасный ответ. Да хоть папе римскому. Первый директор сменился, второе — собирать жителей села — не наша обязанность. Удачи! Управление также предложило Денияру пить, как и вся остальная деревня, если делать нечего. После того, как история получила огласку, в управлении заявили, что во всем виноваты хакеры. Работник с указанным именем и фамилией у них не числится, а в субботу у сотрудников выходной. В управлении отметили, что на ремонт дороги до Разбугорья выделено 39 миллионов рублей и определен подрядчик. Обещают сдать объект в 2019 году. Скончался один из самых знаменитых мемокотов «No, no, no, cat». Он умер еще в июне, но мир узнал об этом только сейчас. А мы продолжаем нашу беседу, и к нашему соседскому Wi-Fi подключается участник хоккейной команды «Саров Инвест» Сергей Макеичев. Сергей, привет! Привет, Сергей! Подключайся к нашему Wi-Fi. Какой Давай, там порожек подготовил? У нас, господи, у нас сегодня самый что ни на есть хоккейный хит-трик. Мечта любого хоккеиста. Конечно. А, да, ну что? Ну, ты вспомни, как в прошлом году отыграл сезон. Есть контакт? В том году не было хит-трик у меня. Были хит-трики, но не у меня. Отлично. Итак, Сергей к нам подключился, к нашему Wi-Fi. Ребята, у меня к вам вопрос только один. Вам там не тесно? Ты можешь даже, если есть желание, можешь между нами пересесть. Да ладно, я уж не буду вас притеснять. Сергей, я знаю, что «Саров Инвест» в этом сезоне, который начинается вот-вот буквально на днях, на следующей неделе, идет в высшую лигу. Это правда? Да. Давайте уточним. Высшую лигу Нижегородской области. Высшая лига Нижегородской области. То есть не ВХЛ, а Нижегородская лига. Высшая лига Нижегородской области. Расскажи нам вообще про высшую лигу, сколько там команд играет, уровень этих команд, ваш уровень на фоне тех команд. Да. Мы к этому стремились. То есть первая лига, это как бы для нас был маленький шажочек к тому, что... Ну, саровская команда всю жизнь играла по высшей лиге, угу. Сколько я вот себя помню. Всегда была... Ну, это много-много лет назад. Помню, ну, 7 лет назад. 7 лет назад. 8 лет назад. Угу. До момента, пока До она... До момента, пока не прекратила свое существование. Была в высшей лиге и, как бы, в основном была в призерах. То есть, третье, четвертое. Бывало, в финале мы играли с Лысково. То есть, ну... Достаточно большой шажок сейчас в развитии нижегородского спорта произошел, что команд стало больше. Мы их разделили на две лиги, то есть раньше было в одной, в высшей лиге, она была первой лигой, там было 10 команд, а во второй лиге было порядка 5-6 команд. А сейчас вот в высшей лиге 8 команд в этом сезоне и 7 команд в первой лиге. И во второй лиге. А еще вторая команды. Есть? Ну, вот а во второй лиге кто играет? Ну, уж так вот. Будет Вознесенская, которая здесь недалеко от нас. Будет Гагина, будет Большое Мурашкино. Саров Инвест, по крайней мере, в прошлом году такая отличительная особенность команды была, что играли только саровские спортсмены. И, зрители дорогие, вдруг вы не в курсе или забыли, команда показала в прошлом сезоне какие-то невероятные результаты. Когда смотрела на счет в конце, я думала, ну, вообще на хоккей пришла или это баскетбол. Какой там 23 забитых шайбы Какой за матч рекорд у вас был? Да, был счет в прошлом сезоне? По-моему, в графе заполнение протокола... 22 шайбы за один мяч. Матч. Это вот протокол ведется, 22 строчки, а мы забили 23. То есть снизу еще подписывали. Подписывали, да. Это, конечно. Нынче получится повторить? Нет. Почему? Ну, нет таких команд. Уровень команды здесь совсем другой. То есть здесь счета будут там 3-2, 5-6, 2-1, 1-0. Здесь, как бы, хочу сразу зрителям сказать, что... Здесь не будет такого разрыва, как в том году. То есть здесь все будет на зубах, здесь будет все на нервах, здесь будет азарт. То есть здесь уровень игроков ВХЛ, КХЛ. То есть люди поиграли до определенного возраста. То есть даже так? Да. И все нижегородские куда приезжают? Домой. А что делать? Всю жизнь проиграл. То есть ты начинаешь работать. Ну, это любительский хоккей, да? Да. А хоккей твой становится просто хобби. И поэтому ты...
допустим, в Дзержинске там достаточно как бы хороший бюджет. То есть там и Дима Космачев будет, который поиграл в ЦСКА, который был капитаном в свое время в Атланте. Ну, такой уровень, да. Между прочим, Сергей у нас в Америке-то играл. Да, было. Расскажи-ка нам. Расскажи, да. О своих американских поездках. Были матчи, посвященные поддержке как бы наследия российского культурного какого-то, я не помню сейчас точное название, там приглашали легенд СССР. Есть такие Павел Буре, ну да, Третьяки, Федоровы, Макаровы, то есть, и у них есть свой клуб, у них есть свой сайт, то есть там можно посмотреть состав. Они ездят, показывают мастер-класс деткам, взрослым, любой команде, то есть можно сделать заявку, они перезвонят, рассмотрят. Они были здесь в Сарове. Не соврать бы, в 2007 году. Составили сборную МЧС России, мы попали туда. В 2011 году ездили первый раз. В 2012 году они приезжали к нам на ответную встречу. Американцы? Да, в Москву. И в 2013 году мы ездили туда повторно. Ну и кто кого? Первый раз выиграли мы. Там был кубок, который делал Церетели. Ого. Стоимостью 2,5 миллиона рублей. Где этот кубок сейчас? Он в Америке. Мы как так? Игру как проиграли. Так? Если вернуться к команде Саров Инвест, что, как идет предсезонная подготовка? Ну вот началась, тут до последнего момента боролись за существование команды, но все-таки благодаря городу, благодаря Павлу Владимировичу Харитонову, очень большое спасибо ему, мы все-таки существуем. То есть был риск, что команда риск, не выйдет, да? Ну, сезон. Да, был вопрос о том, что быть в команде или не быть. Угу. Ну, есть, выше и больше нам нужно финансов, да, чтобы, ну, играть, да, чем в первые. Ну да, как бы бесплатно уже играть никто не хочет. То есть ряд игроков от нас ушли. Это Миша Румин ушел в высшую лигу. ВХЛ. Да, он играет сейчас за ХК Саров. Да. То есть тот вратарь, который у нас был, Витя Золотов, он... Ну, им надо немножко физики потянуть, а времени нету, чтобы столько там заниматься с человеком. Все работают, все заняты. Поэтому пригласили сейчас вратаря. С моего года мы с ним закончили вместе школу в Торпедо. Саша Малов будет за нас. Он на Саровский тоже, да? Нет, у него жена Саровская. Он сам нижегородский. А живет где сейчас? На Нижнем Новгороде. Ого, а легионеры у нас, да, появились. Ну вот будет один вратарь. Это вообще престижно выступать в высшей лиге нижегородскому? Все равно же это любительский хоккей, как его ни крути. Ну вот я могу сказать, что... Единичные, наверное, люди в Нижегородской области могут сказать, что у меня есть команда, и я чемпион Нижегородской области по высшей лиге. То есть их можно, ну, на одной руке пальцев, я думаю, это вот Кстова. Она становилась, допустим, там 6 раз, ну, из моей там сознательной жизни. Это вот Таншаева сейчас 2 года, это вот сейчас Дзержинск залез. Это Лыскова в свое время. И Княгинина. И все, я вот так навскидку не вспомню. Но это на самом деле очень круто. Я помню прошлый сезон, мне кажется, что просто мы все пропитались этим хоккеем, потому что появилась, ну, своя, да, родная команда, наша Саровская. Такая радость каждый раз была за эти игры. И действительно, вот то, что говорит Сергей, круто сказать, да, у нас есть своя хоккейная команда. И очень здорово, что она сохранилась. Очень здорово. Какие перспективы у команды на этот сезон? Ну что рассчитываем? На что рассчитываем? На абсолютное чемпионство или в троечку бывает? Нет, какое абсолютное чемпионство? Такого не может быть. Здесь высшая лига, я говорю, здесь... У нас по составу немного обновлений, поэтому мы всеми своими саровскими воспитанниками будем стараться по максимуму, конечно. Задача у нас быть в тройке, но я думаю, что если все удачно сложится и ребята как бы отнесутся серьезно, можно и побороться за золото. А тут все как в высшей лиге, да, в смысле в ВХЛ, я имею в виду. Сначала идет, грубо говоря, ну, серия игр встреч, а потом плей-офф. Так, да, плей-офф выходит 8 команд. У нас, здесь как бы немножко... Все априори в плей-офф. Вот в этом году в первой лиге 7 команд, там выходит 4 команды. Ага. А, вот как. Да, у нас 8 команд, поэтому выходят все команды. То есть теоретически 8 место может стать чемпионом. Когда открытие, да, кстати? Когда открытие? Приглашай, где, нас, сколько? Приглашай зрителей, чтобы приехали, поддержали. Открытие будет 10 ноября в городе Дзержинск. То есть по регламенту положено вновь вошедшая команда в чемпионат высшей лиги встречается с чемпионом прошлогоднего сезона. Ого, сразу у вас проверка огнем будет. Да, это сразу, это у них по регламенту. Надо ехать, Кирилл. Посмотреть, на что мы способны, сразу попасть под бронебойный поезд, который... В том году просто переезжал всех. Ну,
Да, мы тоже в прошлом году всех переезжали. Но в первой лиге. Немножко разница, да, лиги разница. А 17 числа, 17 ноября, всех приглашаю. Домашние игры с Павлом. Субботу. Наконец-то. Наконец-то. Я, между прочим, рада, что не будет вот таких расслабленных игр, как 18-2 или там 22. Потому что, ну, в какой-то момент становилось скучно. Когда заканчивается первый период, и вы закатываете 18 шайб, то во второй период я, честно, уже начинала болеть за ту другую команду. Да, да, просто как-то неловко было, что вы им забиваете без конца. Я помню, по-моему, с Арзамасом как раз играли дома, и они забивают в третьем периоде шайбу при счете там 20, и все уже им молодцы, ура! Все поддерживают гостей. Да, даже в финале, когда мы играли здесь Сеченова, люди аплодировали Сеченову, когда они забивали нам голы. Да, потому что в районе 60 шайб забили в финальной серии. Не получится, что команда «Саровинвест» окажется на месте тех команд, которых в прошлом году в первой лиге. А вот посмотрим 10 числа. Вот мне просто, я прям хотел задать этот вопрос. Мальчиками для битья, конечно, мы не будем. У нас есть свои зубы. Мы не для этого собираемся, не для этого как бы все это добивалось с таким трудом. Я думаю, что да, будут игры, когда мы будем проигрывать, надо уметь проигрывать. Но можно проиграть и сказать, зайти в раздевалку ребятам спасибо, а можно сказать, что я от вас такого не ожидал. Будем работать. В этом году уже не будет такого, что мы в том году проиграли официально один матч. Один матч Бору. Насколько я помню, поначалу же, да, на игры первой лиги, даже на домашние, не особо ходили. То есть, грубо говоря, зал никогда не собирался. Сейчас ситуация, как ты думаешь, изменится? Да, мне кажется, уже к концу сезона было. К концу сезона вопросов нет. Вот сейчас команда пошла в более высокую лигу. То место заняла, которое занимала, ну, грубо говоря, исторически, да. То есть играла, идет играть туда, где она уже играла. Пойдет народ это смотреть? Я думаю, что здесь больше будут люди ходить не на и на нас, конечно, смотреть, но и на тех людей, которые будут приезжать. То есть будут люди, с кем я играл здесь в Сарове, когда была здесь вторая лига, когда мы стали чемпионами, когда была первая лига. То есть есть люди, которые со мной играли, и они сейчас играют в других командах, там в Кстове, в Дзержинске. То есть люди, там Марыгин, который здесь играл за Саров повыше лиги, он сейчас в Дзержинске. То есть люди, которые ходили на них повыше лиги, почему не посмотреть, в каком он сейчас состоянии, то есть что он из себя представляет. Сильные команды приедут, будет сильный хоккей, будет красивый хоккей, и я чувствую, нас ждет просто потрясающий хоккейный сезон в этом году. Ну и приземляя наш разговор, давай поговорим про Хэллоуин. Да, я хотел еще, когда мы про Америку разговариваю, хотел спросить, как ты относишься к Хэллоуину? На прошлой неделе отмечали? Да, отмечали совсем недавно. Как ты к нему относишься? Я не отмечаю, но моя супруга, у нас есть костюмы? Пару фотосетов, наверное, где она со старшей дочкой. Они там в кисок наряжались, около подъезда фоткались. А костюм кого наряжаешься ты? Вот представь себе ситуацию. Ты выходишь, идешь на вечеринку, которая посвящена Хэллоуину, у тебя супруга в котике. Кем будешь ты? Какой бы костюм для себя выбрал? Чертиком каким-нибудь. Чертиком бы выбрал? Давай тогда узнаем, во что бы нарядились жители нашего города. Какой костюм ты оденешь на Хэллоуин? Да, мне костюм особо и не нужен. Солистом группы Kiss. Не знаю, не умылся бы с утра. Ну, ужасного повара какого-нибудь, мясника. Ну, тыкву, конечно. Костюм тыквы? Да. Какой-нибудь Кощей Бессмертный. В тролля. Артем, а во что бы оделся ты в этот страшный и ужасный праздник? Артем бы оделся тараканом. Наверное, супергерой какого-нибудь. Что одевает на Хэллоуин? Костюмы. Они гениальные. Костюмы. Да. Какие? Страшные. Даже наряжаться не надо. Так, а ты что оденешь? Я буду ведьмой. Наверное, тыкву себе на голову надел и все. Костюм выпускника. Вампир, наверное. Кто сделал? Ну, Джокер. Скажи, пожалуйста, в кого бы ты оделась? Ну, а теперь время нашей любимой нетрадиционной рубрики. Не все же нам про хоккей говорить. Да. Кирилл подготовил опять серию каверзных вопросов. У тебя будет игра, которую мы любовно называем «Третьего не дано». Хорошо. Поехали? Да. Хоккей или футбол? Хоккей. Овечкин или Ковальчук? Овечкин. Мальчик или девочка? Мальчик. Бутерброд с колбасой или с сыром? С колбасой. Тушить или зажигать? Зажигать. Забивать или защищать? Забивать. Санта-Барбара или Робинезавра? Робинезавра. Как интересно. Санта-Барбару не помню, Робинезавра. Сейчас, внимание, консилер или хайлайтер? Хайлайтер.
знает, что это, или рандомно ответил? Просто машинально. Наталья Орейро или Анна Семенович? Анна Семенович. Надо было сказать, жена, Сергей, что? Это нельзя. Нельзя. Все, это был про Анну Семенович был последний вопрос. Давай теперь фотографию, Кирилл, на твой новый телефон. На мой новый классный телефон. Ну, а на этом все. Приходите на хоккей. До новых встреч. Пока. Пока-пока.